Всем привет! Привет, кто зашел сегодня ко мне на канал. В гостях у Павловны. Вот начали мы убирать индюков. Уже 4 месяца подходит. Сегодня убрали вот одну индейку. Вот такая у нее мощная грудка. Весов больших у меня нет, чтобы взвешить, но мне интересно, сколько она по частям на маленьких весах перевешивает. Потом в конце вам скажу. Если кому интересно, вот такая хорошая птичка. Еще не потрошила ее. Кручу фарш из индейки. Хочу сказать, что тушка получилась общим весом 9 килограмм 100 грамм. Я считаю, что за 3,5 месяца это отличный результат. Чистого филе получилось у меня 4, ну, 50 грамм, это уж я не считаю, 4 килограмма. Это хорошо, грудка одна, одно филе грудки чистого мяса 3 килограмма. И там еще с бедра, с голени. В общем, неплохой результат. Сейчас вот я взяла одну половину грудки, это почти 1,5 килограмма. И делаю фарш, вот уже лучок добавляю, кручу. Сейчас перчик, соль добавлю. Хочу котлеток. Конечно, если мы ростим мясо, я не хочу сказать, что мы прямо это мясо сейчас будем с мужем, так сказать, уплетать и уплетать. Нет. Сейчас лето еще продолжается. Заменителя мяса полно. Ну, хочется, конечно, уже мяса свеженького, своего натурального мяса. Я вот хочу супчика, допустим, с фрикадельками, такого легкого, с вермишелькой супа, котлетки. Вот я сегодня вам рассказала. Да, это дорогое удовольствие, конечно, уход. Вот поначалу, когда они маленькие. Но результат того стоит. Сейчас всем заходите, говорю, на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я всем гостям рада.